Друзья, привет! Меня зовут Акименко Виталий. Я продаю недвижимость ваших друзей и знакомых. У меня за спиной находится 9-этажный дом по адресу Михалевский бульвар, дом 9А, в котором мы продаем двухкомнатную квартиру. Я хочу показать вам сначала дом, двор и, соответственно, саму квартиру. Идемте! Территория, на которой находится 5 домов, огорожена забором и изолирована от случайных лиц. То есть, другими словами, чужие здесь не ходят. На закрытой территории, кроме самих домов, есть спортивная площадка для игры в баскетбол и также детская. С качелями, песочницей. Сейчас вы все увидите. Конечно, летом здесь газоны более зеленые, а елки зимой зеленые. Вон там чуть дальше находится детская площадка, площадки, на которых молодые мамы гуляют со своими детьми, песочница. В той стороне находится Волга. Идем смотреть квартиру. Вот мы вошли в подъезд. Замечательный домофон Эльтис. Чисто. Подъезд на 10 квартир, на каждом этаже по 2 квартиры. В подъезде только цветочка не хватает. В вечернее время включается освещение, которое совмещено с датчиками движения. Включать дополнительно ничего не нужно. Вот мы и в квартире. Напомню, площадь квартиры 62 квадратных метра, из которых 35 метров это жилая и кухня 12 квадратных метров. В квартире есть свои плюсы, свои минусы. Плюсов больше. Вот такая у нас кухня 12 квадратных метров с индивидуальным отоплением. Двухконтурный котел. Котел бокси. Из кухни выход на балкон. Балкон не застеклен. При большом желании это можно сделать. Также есть еще один балкон из защитной комнаты. Выход. Обращаю ваше внимание, один из плюсов квартир – нет межкомнатных дверей. Ни в комнатах, ни на кухню, ни в санузел. Вы спросите, почему же это плюс? Плюс потому, что благодаря таким минусам, как правило, минус на минус дает плюс. Квартира стоит дешевле аналогов. Замечательные современные батареи. Окна ПВХ. Не пропускают никаких шумов. Вот вторая комната. Шкаф-купе по всей ширине комнаты. Он остается, потому что забрать его куда-либо будет нереально. Он делался именно под это место. Вот из этой же комнаты выход на другой балкон. Вид во двор. Вы всегда можете увидеть, где стоит ваша машина. Идемте в ванную комнату. Ванная комната очень большая. И в ней душевая кабина. Если вы ее замените на какую-либо ванну, можно поставить мини-бассейн. Санузел в квартире разделенный, раздельный. Это у нас туалет. Туалет довольно-таки просторный. Есть опасность превратиться в библиотеку, если долго в нем читать. Все вроде бы. Цену квартиры я вам сейчас не скажу, поскольку цена – это величина переменная сейчас от
одна величина. Через 5 минут, когда вы позвонили, она может быть меньше или больше, в зависимости от спроса. Поэтому актуальную цену будем сообщать на момент общения с вами. Если вас заинтересовала данная квартира, вы можете связаться со мной по телефону 8-903-634-9063. Я вам расскажу всю информацию, которая вас интересует. Также со мной вы можете договориться о просмотре данной квартиры. До новых встреч. Пока.